Неиспользуемые земли возвращают в госсобственность в Атырауской области. В прошлом году в регионе изъяли 185 земельных участков. Это больше 200 тысяч гектаров, выделенных для сельскохозяйственных нужд. 190 тысяч из них пастбища, остальные сенокосные угодья. На сегодняшний день в активе области 9 миллионов гектаров земли сельхозназначения. Треть из них в ведении агроформирования и товарищества. Остальные площади в частной собственности или числятся вдоль ликвидированных хозяйств. В этом году планируется вернуть государственный фонд 210 тысяч гектаров земли. В подавляющем большинстве это пастбищные угодья. Сначала проведем космомониторинг. По полученным результатам выясним целевое назначение участков и кому они принадлежат. Дальше будем принимать необходимые меры.